Ну, конечно, довольны. Главное же не проиграть. Но и с такой командой, как «Газпром», 3-3 – это закономерный результат. У них вся игра через столба идет, и тяжело, когда ты играешь в прессинг всю игру. Они одним пасом могут доставить вперед, и мы туда-сюда бегаем, и где-то какими-то моментами не успевали за ними.